Ну что ж, друзья, всем привет! Сегодня 30 января. Мы продолжаем наши покатушки по острову Самуи. Погнали! Вот мы и прибыли на нашу первую точку. Здесь нет никакой достопримечательности туристической. Здесь просто красивый вид. Вообще здесь туристическая достопримечательность — слоновий камень. Его здесь не видно, он зарос деревьями. Вообще вида на слоновый камень я пока не видел хорошего. Может, я не нашел дорогу. Там есть одна, но она почему-то перегорожена. И скалы тут внизу. Обрыв такой. Здесь обычный тайский срач. А вот там вдалеке, внизу, есть что-то типа мостика на камень. Отсюда выглядит не очень безопасно. Ветер сильный, поэтому мостику без перил идти. Но место вроде как такое не туристическое, подзаброшенное. А я такие места люблю. А вообще бы еще вот на тот мысок слазить. У меня, кстати говоря, отмечена точка. Там вообще ничего нет, никто ничего не писал про этот мысок. Но он выглядит достаточно диким, заброшенным. Там, по идее, ничего не должно быть. И я думаю, что на этом мысе будет интересно полазить. Смотря насколько он проходим. Возможно, что там тоже есть какая-нибудь пещера. А я сейчас попью водички и поеду дальше. Вот он мой путь вниз. Тут довольно колоритное место. Вот такие тут камни. А здесь ресторанчик с видом на всю эту прелесть. И там тоже куча камней. В общем, тут есть где полазать, я так понимаю. Сейчас мы с вами спустимся вниз и посмотрим, что тут есть. Да, здесь, конечно, более цивилизованный спуск. Та тропка, по которой я хотел идти, это, конечно, совсем не то. Хотя, возможно, это то. Возможно, это то, потому что здесь нет пути к тому камню, который я видел и хотел сходить к нему. Ну, тут достаточно круто, да. Там вон вообще какое-то ущелье, может быть, там даже и пещерка есть. Но туда залезть, конечно, довольно сложно. Ну что ж, пойдем по цивилизованным ступенькам дальше вниз. Вот такие выеденные морем, наверное, камни. Здесь даже приспособа для причаливания, крепления лодок. Я не думаю, что сюда что-то причаливает. Об эти камни разбиться вообще спокойно можно. И вот тут камень на подходе. Что-то тут пытались строить. Вот такие вот проемы и есть там дальше тоже. Вот такое место
знаете, тайцы беспечные часто. У нас бы здесь миллион перил бы сделали и 100-500 табличек о том, что здесь опасно. А тут вообще ничего, ходишь, пожалуйста, булькнулся туда, волной тебя об камень ударило, и привет. Ехать нельзя, поэтому мы идем по пешеходным дорожкам. Тут довольно красиво все сделано. Необычные фигурки азиатских детишек. Тут вот такой искусственный ручей с рыбками. Мне показывают, что дальше еще больше рыб. Да, здесь вообще просто кишмя кишат рыбы. Смотрите, какая движуха началась. Я начал плюхать просто. В общем-то, это, наверное, самое простейшее, что есть в Таиланде, чем вообще сложно кого-то удивить. Идет дорога на пляж. Среди бунгало. Тут вот ресторанчики, кафешечки. Мы с вами идем к намеченной цели. Вот они, камушки начинаются. Вот здесь начинается облагороженная дорожка. Ага. Ну, в общем, друзья, что я хочу сказать? Облом происходит постепенно. Здесь, по всей видимости, частная территория. Ну, что ж за облом такой, а? Вид довольно приятный. Здесь такая бухточка красивая. Ладно, сейчас мы посмотрим на карту. Может быть, с другой стороны здесь есть где-то подход.